базовый. Это корейт? Без понятия. Ну и девчонок там, Blackpink, Twice. Здравствуй, дорогой зритель. Всем привет, мы на программе Тында, и с вами Шин из Ньютон. Тим из Mad Men. Будем угадывать исполнителей. Поехали! А, Шохкан Валиханов. Шохкан Валиханов. Прикольно. Давайте дальше, да? Шохкан Валиханов. Шон Мендес? А, нет, да, Эд Ширан. Yeah. Одновременно. Да. Эд Ширан, я вообще Эд Ширана очень сильно люблю. У меня в плейлисте очень много его песен. Из последнего альбома тоже почти все песни добавил. Ну, вообще, да, я его тоже люблю. Он прям изливает душу прям максимально в свои песни. И просто когда слушаешь, ощущаешь себя им, что ли. Как-то так. Да, классный парень. Сэм Смит? На секунду. Промис? А, Сэм Смит крутой. Не слышал эту песню. Айкон. Кто? Айкон. Айкон? Да, Killing Me, последний их трек. Это корейт? Классно. Особенно припев. Это группа же, да, Айкон? Да. Ой, Чималя! Ньютон! Вообще, это Ньютон группа, вообще очень классная группа из 4 человек. Я уже опять повторяюсь, как в прошлый раз. Знаешь группу Ньютон? Ну, молодцы, да. Да. Все, Ньютон. 4 парня крутые. Шин самый лучший. Пауэрс, я люблю вас. Очо! Магдаршан. Блин, голос знакомый. Не Селена Гомес слышит? Камила Кабелла. Камила Кабелла. У нее такой голос, блин, на Селену Гомес чем-то похожий. Сразу Селену Гомес представляю. Не знаю ее вообще. Ты вот слышал? Да, я ее слышал, но так прям не знаю. Такая малая. Она раньше в какой-то группе была. Five Harmony, да. Там они такие, все такие классные девчонки. Ой-ой. Знаешь, я, если честно, первый раз эту песню, кажется, слушаю. Аналогично. Арай Дархан? Я такого вообще не знаю. Не знаю. Ладно, давайте дальше. Мияги, знаешь? Только из-за такого тембра сразу узнал. Знаю только их I Got Love. Все, больше не знаю. Здесь только Мияги. Не Рамштайн? Знаю. Нифига себе. Услышал немецкий сразу, да, Рамштайн. У меня почему-то слипкнот во рту говорю на языке. Не любитель такого рока, да. А тебе как? Обожаю, каждый день слышу. Давайте дальше. Утренний голос так часто мне шепчет, что снова я сбился с пути. Егор Крид. А кто первый? Вроде. Как, кому? АБМ, окей. Оу, е, вот ты где, радость моя. Оу, е. Давай, давай. Какой-то шансон, что ли? Да, я не знаю еще. Тема позабыть. Без понятия. Кометов? Ой-ой, нет, не знаю это. Только ты, только я. Хитмейкер, да? Постой, эта ночь так коротка для нас с тобой. МД. У него клип, да, еще есть на эту песню, где он в школе? А, нет, выдох, вдох, да, значит. Любишь джаз? МД, это он не джаз? Это вроде не джазовый песня. По-моему, да. А, не, аккорд такие не джазовые, да, но сам МД. МД что, не знаешь? Нет, да, я знаю его. Ну, джаз я тоже слышу. На верхнем этаже гламурного лофта. Не знаю, монеточка какая-нибудь. Да? Мэдмен! Опять Мэдмен! Мэдмен, баскетит.
Тоже хорошая группа, да? Не, Мадмен молодцы, хорошо танцует, шоу делает. Да, Мадмен круто. Знаешь их, да? Да, у них классный фандом. Да? Да, очень такой любящий. Да? Скоро, кстати, у них. Сам скажи, что я вас рекламирую? Да, что у вас скоро? Скоро у нас камбэк, да, так что ждите. Да, пошли латиноамериканцы. Не который Деспасито сочинял? Латиноамериканцев вообще не знаю. Я пропускаю. Ладно, давайте следующее, не знаю. Не знаю, BTS. Stray Kids? Я такую группу даже не знаю. Я из корейца знаю. BTS, EXO, Big Bang. Ну и девчонок там, Blackpink, Twice. Короче, новая группа, они двигаются сейчас прям вот по-новому. Они, короче, пихают новую тему в кей-поп. Прям. Чего они пихают? Клипы. Клипы, клипы? Посмотри, да, так, такие интересные. Забыл. Да, ё-моё, не знаю. Латиноамериканцы, ё-моё, запарили. Почему я слышу их на них, не знаю. Ну, Эндо как-то, нет? Я их не знаю. Без понятия. Сия? По голосу узнал. Наверное, это какая-то новая, да, песня? Молда Назар. Это у него недавно клип вышел, там у него все такие с анимациями и так далее вообще. Молда Назара я слушаю. Только сегодня в Ютубе наткнулся на Молда Назара и не посмотрел, прошел мимо. Ну, вот это и есть песня, если мне Берн называется. Да, да. А в трендах, да? Да. Я победил! Не тот! Немного осас, наверное. Жалко, что я проиграл. Поздравляю. Все, да. Так, это была очень крутая программа, да. И следующий, кого я хотел бы вызвать на эту программу, это Бала из 91 и Молда Назар. А ты? Вызываю Рема из группы Mad Men. Хочу с ним побаттить. Всем спасибо за просмотр. Powers, я люблю вас. Шин, Ньютон. Слушайте Ньютон. Джансо. Hey, Mad Wave. Хорошо, что вы посмотрели эту передачу. Хотелось бы передать, что Mad Men ждут и любят вас. И, конечно же, камбэк вот-вот уже настанет. Поэтому ждем.